Итак, всем привет, меня зовут Денис, мы на канале Fred Davis Play. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием... как-то там... Ух ты, название забыл. Удивительно. Да ладно, шучу. The Dark... Ну да, это вообще идет четырехлогия The Dark Pictures. Четвертая часть. И... The Devil in Me. Вот так вот. Мы поужинали, ну типа поужинали. Ни хера не сожравши, на голодный желудок, сейчас пойдем искать всякую ерунду и снимать документалку. Посмотрим. Там чувачок еще ходит. Убийца. Поубывая всех, потом будем веселуху устраивать. Чарли! Джейми! Ты где? Куда все пропали? Надеюсь, спокойно сидят и ждут, когда мы придем. Кейт, посмотри-ка. Я думал, он хотел ее за это сам. Что за фигня? Мы что, заперты? Похоже на то. Стой. Слышишь? Что? Слышишь? Это запись. Это они? Откуда звук? В ресторане кто-то есть. Аниматроник. Здрасте. Патриарха нашей маленькой семьи. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в 10 человек. И Кейт, несмотря на все ссоры... У меня аж мурашки побежали по коже. Нравишься людям? Что за херня? Охренеть. Марк, ты что делаешь? Хорошо, хоть глаза не настоящие. А волнение или... это просто манекен. А что может быть? Ну это же просто манекены. Спокойно. Это куклы, наряженные как мы. Странно? Ну да. Да. Повод паниковать? Нет. Это просто манекен. Фотик. А шо фотик? Ну шо, найти, ну смотри, давай осмотрим. Это я просто пиздец. Фу. Что за чертовщина? Я же даже не похож. Ну, точнее, Марк. Не, ну я тоже не похож. А кто-нибудь видел Дюмета? Это ж надо было найти такого манекена, слышишь? Он же не мог создать это за туда-сюда. Это ж просто манекены, правильно? Ну да. Это вообще без волос. И он тоже без волос. А в натуре-то он с волосами. Не, ну это, конечно, четко, слышишь? Крепко подобрано. Теперь его давай смотрим. Жесть. Да, как она на него есть. Похож? Да, вообще. За пару часов это все подготовить просто невозможно. Псих. Что за музыка? Слышишь? Шаги. И они все ближе. Прячься, прячься. Но тихо. Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? А зачем вы стали с этой стороны именно? Может, надо было с той стороны стать? Нет, только не бей. Ты же видишь, что кто-то вломится, кто-то пытается, ну, открыть, найти. Не-не-не-не-не-не-не. Ты чё? Джейми, слава богу. Ты же слышно было, что как она же пыталась найти всех что-то. Видеть. Чтобы нам втащили. Надо сваливать отсюда. Что случилось? Что с вами произошло? Дюмет убил смотрителя. Что? Чё? Мы сами видели. Дюмет? Кого? Это ловушка. На нем была маска, и я знаю, что это бред, но я не шучу. Теперь он хочет убить Эрин, надо идти. Ты же сказал, что Дюмет уплыл. Так, алло. Постой. А где Чарли? Не знаю. Мы разделились. Этого не может быть. Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу... Это что, прикол такой? ...подобно отрицать. Тела убьют. Боже, убьют. Заткнитесь! Убьют. Yeah.
О, это глаза что? Настоящие. Это... стекло. Муляж или от зверя какого-то, точно? Не-не-не-не. Угу. Фу, настоящий, он настоящий, блядь, это уже перебор. Надо валить отсюда. Стой, подожди, а это темненькое. Закрыто, что происходит? Ту дверь теперь тоже не открыть. Димат! Поиграть хочешь? Иди сюда! Давай! Иди, поиграем! Зря ты, но это не Дюмет. Они уплыли. Вроде. Чарли. А он же упал. Так нормально рухнул. А, он уже в тюрьме. Так он, получается, его притянули сюда. Надо выбираться. И не говори. Так, а что у нас здесь? Это что? Ключ? А зачем здесь? Ай, черт! Зажег что-то? Не понял. А в чем прикол? Ключ от решетки. Ну это, конечно, как бы понятно. Вот только я не пойму, что там загорелось. О, а это что? Глазок? А, залезть типа. Джейми! А, это он сюда упал. Ты там? Джейми! Я живой! Так очень кого-то тушки все скидывают. Ну так и есть, только смысл здесь решетки, если сюда сбрасывают туши. Ну давай, ключом откроем. А, все, типа, раз использовали и все. Щитовая. Так, что у нас здесь еще? Книжка, да? КД. Что за КД? Какая-то корпорация. Почему надо несколько раз нажать? Лукбук. Дата, время, событие, подпись. Большая часть бригады прибыла на остров, но это понятно. Установлены первые компоненты движущих стен. Полученная копия чертежей для мистера Белкнапа. Не понял. Так Дюмет должен быть. Или Белкмад. Бляха, муха, пока скажешь. Язык не слушается. Так, работает тут хорошо. Если ничего не случится, уложимся в срок. И не установленные поддержки завершены. Так, применение сигналов, установка, так, получение. Короче, это этот самый. Книга, которая чисто. Опа, я доказал, так будет. Так, Лора. Лора. Кто такая Лора? 29.03.18 года Лора закончила монтаж системы громкоговорителей. Зачем? Смысл? Я не понимаю. Вас не заподозрили ни в чем, что вы, ну, сделаете вот это все? Зачем? Для чего это? Что за строители, нахрен? По его словам, после завершения работы ей стало плохо. Угу, конечно. И он предложил ей заночевать в одном из номеров. Да-да-да, до сих пор нет сообщения от Келли о том, где... остался член бригады. Остальные члены бригады. Что происходит? Лора не выходит из номера. Моника молча ушла.
А я не могу связаться с Келли. Завтра. Это получается. Вернусь на материк. Короче, он завалил. Мало того, что они построили ему это все. Что? Так... Это еще что? Что там? Мало того, что они построили, эти строители, всю эту ерунду ему. Так он еще и завалил их всех. Охренеть, вот зашибись. Ну давай. Первое тело, да? Чикасских. Тихо, Чикас берется первая жертва. Причина смерти — травма брюшной полости. Ухо жертвы было отрезано очень острым предметом, возможно, скальпелем. Я худею. Фу, гадость. Второй неизвестный. Полагаю, вы читали мой отчет о первом? Тот же почерк. Неизвестный мужчина, много колотых ран. В нижней части живота раны такие же, как были у первой жертвы. Форма входных отверстий позволяет предполагать, что орудие убийства было тем же самым. Похоже, мы столкнулись с коллекционером. В этот раз было отрезано левое ухо. Разрез ровный. Вероятно, скальпель или опасная бритва. Очень аккуратно. Просто мастерски. Почти без крови. Когда это сделали, жертва была мертва, вероятно, уже минут 30-40. Как вы это все узнаете? Здесь два случая различаются. Если помните, первой жертве вырвали зубы при жизни. Фу. Явно было много крови и криков. Парень учится. Зашибись, парень учится. Еще и похвалила. Да все, назад. Все, я посмотрел. Хорош. То ты дышишь, раньше, чем я. Подожди, это тот тумблер, это я понял. Это вскрыть туда-сюда. Это не надо нажимать. Это открыть нельзя. Ага. Все понятно. Короче, открыть только этим тумблером. Ну да. Или да, это обесточить, наверное. Ну, вниз. Как-то надо. А шо? Как-то надо, ну, вниз. А, зажать надо. Шо там? Музыка заиграла. Опа, обесточилась. Возьми, останови. Останови. Не? Ну ладно. А это, я так понимаю, закрыть, да? Здесь нельзя. Или это... А, это туда идет. Тут ничего нет, тут ничего нет. Ага, и здесь закрыто. Какой-то человечек. Что, тоже попался? Выберусь, пришлю к тебе спасателей. Ну, по крайней мере, не падай духом. Чувство юмора — это всегда хорошо. Найти выход из подвала — это хорошо. Открывайся. Так, нажали и вниз. Да. А, задержать именно. В чем прикол этих дверей, не пойму. Ну. Сам же нажимаешь, сам же открываешь. Это глазок. Ку-ку, ёпты. А, так я ж тут был. А чё нету щелчка? А шо это, печь? Для трупов, что ли? Вообще зашибись.
Подожди, если я тут открываю, как он вообще попал туда туда? Ну, я в плане этого убийцы. Как он может сюда попасть? Если я здесь все открываю. Или тут тоже где-то рычаг есть? Нету никакого рычага. Тут все заставлено. Ну, кроме вот этой дырки. Что-то я немного не это самое, не могу сообразить. Все открывается изнутри. Смысл? Это как-то специально сделано? Где монетки? Хотя толку с этих монеток я вообще не понимаю. Если в прошлый раз я был с монетками, и тот чувак ни хрена мне не дал. Да. А, все, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Карточка. Ты тихо, тихо. Оп. Что это? Монетка. Отлично. Только поговорил об этом. Все, больше ничего нету, да? Все открывается изнутри. Да блин, смысл я не пойму тогда. Как он тогда сюда попадает? Там что-то огонь. Ебать, так можно и обосраться. В принципе, конечно, что я и сделал. Найти выход. Узнай, кто кричит. Быстрее, давай. Там помощь нужна. Надо помочь. Быстрее, давай. Я, конечно, в стопудово уверен, что это аниматроник. Потому что такая же запись. А, я знаю, кто кричит. Наверное, малой тот, который при... Отверстие-то открыто. Малой-то упал. Наверное, походу он и орал. Или... А, он сгорел. Как оно все так работает, я не понимаю. Что за звук? Ну это явно что за звуки? Это явно ловушка. Ну вот стопудов ловушка. К бабке не ходи. Тихо. Блин, дурацкие звуки. Бляха-муха, ну это, да я понимаю, что W идти, но это ж ловушка. Ладно, хрен с вами, я так понял, тут без вариантов, сигареты, прекрасно. И ты за сигаретами тогда, блядь. Красавицы мои. Сейчас слава богу. Накуришься вдоволь. Дождался. Не подкуривай. Это лучшая сигарета в моей жизни. Не подкуривай. Нет, нет. Так как же так? Отлично. Там, короче, главному не подкурить его. А где аниматроник? Это чувак. О, номер. Что он делает? Угу, не достать. Yeah.
Решетка. О, газ пошел. А, все понятно, что это такое за перемещение. Это сжигание. Эй, есть тут кто? Я здесь. Эй. Ну это явно не этот сам, не Дюмет. Он здоровый какой-то сильно. Обгоревший. Нет. Что ты делаешь? Стой. Да нахер тебе за дверь? Вниз, ложись, на пол. Ёпта. Что там не открыть? Поднять решетку, поднять решетку. Давай, 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 давай. Ну, давай, я понажимаю, помогу ему. Уже манекен горит. Давай, 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 быстрее, быстрее, не сдавайся. Да ты что гонишь, говорю, поднять решетку. Давай, блядь, открывайся. Я кому сказал? Дверь выбить. Как вы там выбить дверь? Там, блин, железобетонная. Да ладно, что, откинулся? Тань. Жар же сверху, причем тут пришетка. Внизу там ничего нету. Не-не-не. Не надо мне вот это ля-ля. Ситуация у наших друзей накаляется. Все Чарли, похоже, спекся. Никто не спекся. Сложные личные отношения влияют на совместную работу. Мы же внизу лежим. Но, похоже, Марк и Кейт все же справляются. Они узнали друг о друге что-то новое. До чего у мистера Дюмета сложная аниматроника. Очень изобретательно. И весьма реалистично. Мне интересно, где он берет детали. Думаю, на данном этапе справедливо дать вам небольшой совет. Сравнять шансы. Что ты обалдел? А почему в предыдущий раз не дал мне совет? У меня же были эти самые монетки. Причем до хрена, 16 штук. Почерпнем вдохновение в работах Артура Конан Дойла. Похоже, наш друг Герман Маджет так любил Шерлока Холмса, что взял его фамилию. Вот. У него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре паутины. Но у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию каждой из них. Надеюсь, поможет. Ну понятно, что у него камера, и он все видит. Это ясен хер. Все? Вам лучше вернуться к делу. Удачи. Та не ссы. Та не помер. Ли помер.
Да не. Не может быть. Не-не-не, не помню, я... все нормально. Я мог помочь. Хе-хе, прикольно. О, здрасте. Так, через дверь выходи. Стой. Слышите? Ага. Это снизу. Вдруг это Эрин? Нифига. Черт. Это ловушка. Это единственный выход. Так что... Скоро узнаем. А, щет. Отлично. Фонарик. Давай, фонарик. А, так я задету. Темненькую. Иди давай. Или беги, или иди уже. Хоть что-нибудь делать. Да отойди нахер. Думаешь, стоит? Других вариантов нет. Найдем этого чувака. Оу. Вообще ни хрена не видно, слышь. Что это? А тут есть что-нибудь такое? А, тут тупо мешки, все, я понял. Что за фонарик такой? Ну покажи фонарик. Фонарик покажи. Ой, я фонарик. Нарисован такой здоровенный, а на самом деле... Куда мы попали? Такой, как я в Авроре покупал. Мне в Авроре будет лучше светить, чем этот. А ты чем светишь? Красным, прикольно. Унитазы. Один... Ох, нихрена себе унитазы. Это для какой жопы, ёпта. Вот тот толчок. Для коня, что ли? Конский унитаз. А нихера нету. О, кровище на полу было. Опля. Бассейн. Охренеть, в этом доме бассейн есть. Что? Сообщаем, что спа-колон открыт для посещения. Каждый из уважаемых гостей для нас произведение искусства. Долбанный урод. Он следит за нами. Охренеть. А вниз можно спуститься? О, можно, нихера себе. А ну еще разок. Надо тут пройтись, посмотреть. О, здрасте. Опа, ключик, 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 ключик. Ключ-карта, или что это? Это строители. Джейс Кларк. А, не написано, да? Бригадир. Это он искал. Это Лоруч, как вообще? Шлору. Смотрим дальше. Опа-на. Нет, туда сейчас не пойду, подождите. Я даже там не пробежался. Не зря, что тут выход наверх есть. Залазь. Это просто обошли, правильно? Там же пройти нельзя было. Ну, просто обошли. Тут так прыжок. Шо Боже! Что там? А, туда подняться можно? Не, нельзя. Колумб спа. Открыть нельзя, да? Да. Забито. Сейчас такой шмых пробежал, да? Нет. Ну и хрен с ним. Тут ничего нету. Опа, монетка, да? Да-да-да-да-да, нет, не монетка. Якась бумажка. Без бумажки ты какашка, а с бумажкой ты говно. Коллектор обрутина подтолкавка. Коллеги, лишь малеги. Сумма. Здесь ремонт. Здесь должно быть хоть что-то полезное. Ох, нихрена себе, 350 тысяч долларов. Дайте мне столько, я уеду нахер отсюда. Ага, все-таки он смотрит. Повернись, повернись, башко поверни, давай.
уже смотрел. Сейчас еще раз посмотрю. Никого. Фонариком бы хоть посмотрел. Ладно. Подожди, вот там никак не пройти туда, да? Ну, прыжок. Сюда? Сиди. Сиди. А это раздевалки, типа. Переодеваться. Сиди. Сиди. Подожди, и сюда. Я не пойму, там я был? Я там не был еще. Ты как мужик. Такая. А что тут за дырка? Сюда нельзя? Сюда нельзя. Сюда? Тоже нельзя. Нет смысла тут стоять. Туда можно было пройти. А я что-то это самое не прошел туда дальше. Я что-то подумал, что там нету хода. А как ты туда попал, ёпты? А, вот так. Ну иди, давай. Если бы он туда не зашел бы, я бы не увидел, честно. Что там, так ты там не упадешь, там так все огорожено. Ничего интересного тут. Смотрим нет. Дальше. Ага. Вот как можно. Подожди, а что тут у нас? Ничего. Дай мне это самое, пройди, пожалуйста. Дай мне пройти. Подвинь свою камеру, я не могу пройти камеру. Вот так, наконец-таки. Такая музыка необычная. Опа. Здрасте. Просим всех участников парных процедур собраться у стойки рядом с выходом в вестибюль. Там ничего не было? С выходом 205. Лобби. Лобби шмобби. Хожу и думаю, нахера я тут хожу, объясняю. Я хожу за монетками, правильно? Смотреть монетки. Ну нахер излазить это, блин, за этими монетками. Видите? Никогда. Указатель, что ли? Что там, как думаешь? Никогда не шарился с этими монетками. О, не, сюда нельзя. Нет, подожди, не выход. Я чуть не нажал. А ну ты. Проверим. Дай-ка я попробую открыть. Вы пока ищите другой выход. О, здрасте. Вот туда можно пойти. Но я не хочу туда, подожди. Просим всех участников парных процедур собраться у стойки рядом с выходом в вестибюль. Я еще внизу не был. Вот там дырка, вот там вон дырка. Дырка там. Давай. Так можно побыстрее, пожалуйста. Чего ты боишься? Я там просто прямо мог пройти. Даже боком не поворачивался. Ужас. Потюки всякие. Хы. Давай. Хык. И сюда. Где дырка? Вот дырка. Пошли. А сюда нельзя было, да? Ёпрст. Я-то думал, сюда можно было войти, здесь пойти. Здесь должно быть хоть что-то полезное. Сейчас должно быть хоть что-то полезное. Нету ни хера здесь полезного. Палку можешь оторвать откуда-то и будешь ходить с палкой. Вот тебе будет полезно. Все, я понял. Короче, без толку. Ползем наверх и идем туда. Не терпим, почему Макс или какой-то. Че он там стоит?
Ты только не подходи сюда, подожди, постой там. Ох, фонарик. Очень ярче начал светить, чем разогрелся. Сюда? Какого хера ты стоишь? Давай, работай. Сюда. Марк, помоги-ка. Давай попробуем выбить эту дверь. Ты чего, пробуй, бей, ты выбивай. 3, 2, 1, давай! О, давай, 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 давай. Попробовали, блин. Кейт? Что случилось? Мы придем к тебе, будь здесь! Скорее! Зашибись, блядь. Ой. Выбили, попробовали. А? Что? Но текст был другой. Какой текст? Ебать, тишина. Охренеть, так тихо. Так тихо. Монетка, да? А не, визитка. И шо? 3 из 5 визитки найдены. Рука. А куда мне? А, я понял. Твою медь. А с двух сторон забито. Ворона. Ворона. Ой, бля. О, сука. Я так и думал, что испугнули ворону, потому что кто-то там и есть. А тут дверь у нас, да? О, здравствуй. Здравствуй, дверь. Еба. Отлично. Монетка. Ого, сколько отметок. Хо-хо. Ничего так, монетка. И кто ты у нас? Фрэнк Холдерман, ведущий конструктор. Подожди, какое число было там? На первой. Блин, я не вернусь, я не помню, там 13 было. Вот черт. Это числа идут. Сейчас, вон момент, приз. Запишу. Там кажется... Твою медь. Было вроде... 13 или 12. И 10. Дальше поехали. Так, ладно, побежали.
Здесь у нас ничего нету. Сюда пошли. Где там Макс чи Марк? Здесь... Что это? Залезть? О, залезть можно. Подожди. Бляха, спрыгнул. Аж бот так спрыгнул. Сюда нет. Фу ты, блин. Напугал меня, скотина. Что, так специально сделали? Хорош дышать. Не отходи. Конечно. Задохнись нахер. Что это? Фонарик. Что за фонарик? Здрасте. Блядь. Это что, блядь, было? Сука, скример нахрен. Первый за долгое время. От которого я реально немножко обделался. А что, оно вроде типа горит, вроде нет. Хрен простышь. Топ. Здрасте. Это по идее сюда я утянула. Шо там? Тут спрыгнуть. Возьми палку вот эту, или хотя бы бедро. Ого, арматура. Нет смысла тут стоять. Спасибо, что подсказала. А то я не знал. Ну крутись. Ни хрена не видно, куда идти. Идешь на ощупь. Так, тут тупик. Опять эта печка. Тут залезть. Должен быть проход. Бля, залезть можно? И шо, залез. А и тут можно залезть. Ага. А тут прыгнуть. Ебать, в темноте, конечно, это все вообще необычно. Балансировать. Балансируем. Тихо. Жопу отъела, ёпта. Балансировщица, иди тебя налево. Сюда. А тут куда? Спрыгнуть, да? Ляп. Я тут понимаю. Где-то должен быть выход. Да тут залезть, ёпта. Залазь. За звуки какие-то. Я пугался бы, если бы хотя бы видел хоть что-нибудь. Ну, залазь. Так нахрена ты, сука, спрыгнула? Понятно. Там что-то... Ах, ты задолбала. Ты можешь нормально как-то ходить, что ли? Я не знаю. Как ты так быстро? Слышь, ты был только на той стороне. Что это такое? Там внизу что-то здесь было. Здесь должно быть хоть что-то полезное. Там внизу было полезное что-то. Нереально, там внизу что-то было, светилось. Вон, светится. А, там вон можно было пройти. Слышишь? Осмотреть. Марк, давай. Помоги мне с этой херней. Не надо! Не помогай! Не надо! Нет! Ни хрена! Не-не-не! Да нет! Нет, я сказал, все, отставить. Нет! Сука, все-таки да, да? Ну ладно. Твою мать.
Там же было написано только осмотреть. Нахрена вы его поднимали? Там внизу было что-то интересное. Вдруг там был нож. Твою мать. Теперь я не узнаю, что там было. Написано было осмотреть. Осмотреть. Не пройти дальше. А только осмотреть. Шо там, бля, опять? Да ёпты. О, чувак. Повернись. Я хочу посмотреть. Ну и шо, просто стоит. А, висит. Все, я понял. Это висельник этот. Осмотреть. Обычно, когда проходишь дальше, это стрелочки идут. Какого фига оно вообще? Замолчи. Нет, Моника. Нет, не надо. Хватит, прошу. Пожалуйста. Это что за хуйня? Открыть. Все, ладно, давайте тут посмотрим. Что здесь? Ну я понимаю, если я нажму эту ерунду, то начнется таймер. Да, открыть дверь, я так понимаю, я не смогу в любом случае, потому что нужен ключ какой-то. Скорее всего. Ладно, давайте так и... Что за херня? Лукаво. Зачем? Это понятно. Какое-то послание? Хочет нас запугать. Я так и понял, я так и думал, что ключ. Ладно, давай, нажимай. Да тыкай. Просто показываешь, что было на самом деле, да? Прям вспомнилась эта самая фраза вот эта на самом деле. Ключ от спа. Я Конор, я про... как он там говорил? Я Конор что-то, и я там проверю, как это на самом деле. А есть где-то бейджик или что-то еще, не? Райан Харт. 8. Райан это 8. Как я вообще, блин, сразу не записывал? Подожди, так, это значит, а это вот тут должно быть где-то у нее. Это ж Лора, я так понимаю. Нету, слышишь? Музыка такая зловещая. Ёлки-палки, нету. Ладно. Ключик. Фонарик. Ой. А где тут это самое? Тут же где-то должна быть это. О, Лора, здорово. Эй, малый, скажи малому, хай, малый, малому скажи, хай, малый, свой класс покажи. А, тут никак, да? Ну да, тут ничего нету и никак. Ага, нет, подожди, пошли нафиг. Пошли все нахрен. Я сюда не пробежал. И опять как это хе... Опа, она. Здрасте. Бля, две монетки в одном этой локации. О, пятерка. Что там опять? Да, не. Так оттуда кто-то смотрел. Это вот тот чувак смотрел, да?
ж чувак. Эй, чувиха. Бля, шматьё, да? Да, шмотки. Нихрена себе. Это сильно. Сейчас, бля, по идее, должна споткнуться была. Ладно. Ой, бля, манекен. Марк, сюда. Помоги сдвинуть. Марк, нахер ты помог поднять эту еду? Вы где? Марк? Пиз... Да. Джейми? Я бы сказал. Тише. Кейт. Все нормально. Мы живы. О, слава богу. Обнимашки, Тём. Мы нашли ключ. Пошли отсюда. Вот ты, бляха, муха. Слышишь? Так. На этом на сегодня все. Потому что уже, наверное, долговато. Не засекал таймер, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, это очень важно. Ставьте лайки. Переходите по ссылкам, там есть в ТикТоке. ТикТок, правда, по танкам и всем остальным. Ну, все же. Я буду очень рад и благодарен. Всем спасибо, всем пока, всем удачи и здоровья. We'll be right back.